Знаете где? На стадионе. А сколько людей здесь сейчас? Да никого. И если задуматься, то почему? Мы часто ждем какого-то события, какого-то мероприятия. И, к сожалению, наша участь – это в лучшем случае оказаться вот на этих местах. Кстати, они здесь кожаные, довольно интересные, красивые, симпатичные. Вот на этих местах и потом однажды увидеть вот то, что будет там происходить на поле. Я Владимир Якубов, мне хотелось бы рассказать несколько мыслей, которые касаются так называемой кнопки режима ожидания в ваших мобильных телефонах или же просто ожидания в вашей жизни. Вот знаете, кто оказывается на этих полях и кто оказывается здесь? Кстати, здесь намного больше, мест же столько, ну сколько здесь, несколько тысяч, десятков тысяч точнее, а на поле оказывается, сами знаете, сколько членов команды. Не такое уж большое количество, плюс пару арбитров, которые бегают и тоже получают удовольствие от нахождения здесь. Так вот, те люди, которые в конце концов оказываются на поле, это люди, которые привыкли действовать сразу. Вот вспомните, задумайтесь, что вам приходит какая-то мысль. Например, открыть бизнес, или же перейти на новую работу, или же пойти к начальнику переговорить о повышении, или же взять новый функционал для того, чтобы повысить свои компетенции, и так далее, и так далее. Дом построить полно. Вы приходите к этой мысли, обдумываете ее, обмусоливаете, еще раз думаете, взвешиваете, находите плюсы и минусы. А потом вам приходит другая идея, обдумываете, взвешиваете, приходят плюсы и минусы и так далее. И у вас множество идей. Или по-другому скажем. К вам приходит e-mail по электронной почте, мол, нужно сделать то-то и какой-то ответ, там несколько пунктов. Вы прочитали, нажали как непрочитанное, или же отметили его как-то и подумали, я потом отвечу. Так вот, потом — это та болезнь, которая нам не дает возможности развиваться. Это та болезнь, которая в лучшем случае позволяет нам остаться вот на этих симпатичных местах, купить билет причем, но никак не находиться там за другие деньги, которые тебе будут платить за твой профессионализм и возможность профессионально действовать. Так вот, действовать нужно, включая тумблер. А тумблер включается, если вы делаете следующее. Первое, если вы четко видите цель. Захотели вы построить дом, захотели перейти на новую работу, открыть бизнес. Цель сначала нужна. Люди ради денег не работают. Нужна цель. Второе. Вызов. Это должна быть амбициозная цель, и вы должны делать это что-то лучше других. И третье. Любовь. Полюбите то, что вы делаете, или же бросайте заниматься ерундой. Цель, вызов и любовь. Я Владимир Якубов. Если это видео было вам полезно, то болейте за лучшие команды, получайте удовольствие от футбольных матчей. И помните, что главный футбольный матч – это ваша жизнь. Вы можете смотреть за сериалами бесконечно и наблюдать за чужой жизнью очень долго. Но только вашу жизнь по-другому никто не проживет. У вас ограниченное число дней. До встречи. Увидимся. Жмите лайк.